Продолжаем смотреть сериал «Шикер», пятая серия. Что-то, по-моему, с передосом связано, да? Много болтать не будем, в конце еще все обсудим. Погнали. Что-то с Каной в следующей серии не то будет. Очнулся. Еще по одной. По одной. Нет. Давай, давай. Паш. Никинис. Бля, бля, как хорошо. Че, братан, какие планы? Став нужно забрать, расфасовать, раскидать и в клуб отвезти. Уехала. Я в целом на старте. Ехала, ехала, ехала! Алло, Канна, залипай, зеленый горит!
Да я не залипаю, ты чё? Ебать, ты залипаешь, брат! Бля! Братан, он у последней дороги был, а лишний разъебывает. Ну, Кана, ты не забывай, что мы с тобой не мороженое продаем. Сейчас первый попавшийся мент нас палит. Как делать нехуй? Соберись! Да я в курсе, блядь. Нужно выровняться. Ебать, ты что делаешь? Это трава, что ли? Нас палит, брат! Это сорт, братан. Он выровнит. Затянись. Не буду я курить. Я, блядь, затянись, говорю. Трава перебьет кайф мефа. Кучу давай. Хуже не будет, братан. Жестко. Давай, бей. Ебать! Ну, блядь! Нахуй выкинул, да сорт был! Да похер на сорт, руби давай! А куда? В смысле куда? Мы же... Братан, сзади крузак серый, за нами едет, походу. Где? Сзади, блядь, технично поли только. Где? Менты, что ли, менты? Да хуй знает, братан. Посмотри, менты нет? Хуй знает, просто джип. Сзади? Да, технично поли, пожалуйста. Сбавь скорость. Сбавляю. Сбавь. Сейчас направо. Он за нами не повернул? Не знаю, сейчас посмотрю. Да никто за нами не едет, Канок, хватит жути нагонять. У тебя, походу, глюки начались. Там на повороте сверни налево. А если он за нами развернется и поедет в лес? Он уже проехал, брат. Это же крутак просто. Там, блядь, девушка за рулем. Братан, я в магазин в пизду. Вот мага справа. Точно за Стафом, бля. Взялся всяк? Нихуя, там палево, пиздец. Какое, блядь, палево? Палево, блядь, говорю. Тише, не ори. Я, блядь, туда не вернусь больше. Ну, ехал тогда дальше. Куда? Прикинь, вспомнил. Куратор написал. За Стафом, оказывается, ехали. Блядь. Ну, поехали. Ибо, чё не едет? Мал, на Д поставь. Блять. Нажми на тормоз сначала, до конца. Пиздец, тебя пидорасит все еще. Д. Тише. Блин, едут ведь что, а, как-то. Сейчас я быстро закладку скажу. Братан, только быстрее. Ебать, Кана, ты чё, ёбнулся, что ли? Охуеть!
Все, поехали домой. Расфасуем. Потом обратно вернемся сюда и раскидаем. Не вариант, братан. Что ты предлагаешь, тратить? Братан, прет мне до сих пор. Давай тут раскидаем. В багажнике весы есть. Зипы, по-моему, тоже есть. Бля, ты же сам видишь. Охуеть. Давай. На, выдержи. Внутри не варь. Алло? Как ты, малыш? Салам, Клад. Все хорошо, как у тебя? Короче, есть одна тема, очень важная тема, вот ее надо обсудить. Я здесь на одной тусе зависаю, ты давай, приезжай тоже. Подушку свою возьми, кстати. Вы что там, долбите, что ли? А у тебя голос какой-то странный. Приболел немножко. Не болей, бля. Давай, короче, я тебе сейчас геолокацию скину. Я подъеду. Я жду тебя очень сильно. Чмоки-чмоки, я вся горю. Давай. Давай! Бля, Кана, чё с тобой? Хуй знает, братан. Ну не с товара же юзать, ебать нахуй. Иди сиди в машине, а. Бля, пиздец. Я сейчас быстро раскидаю вас и вернусь. Сиди в машине. Вчера. И не дрочи. Мои братья говорят, что ты тёрт. Мы не катим на тебя, не рисовываем, когда все счёт. Мои братья говорят, ты не печатаю. Каждая монета на счёт впечатляю. Окружение челюстями бумаги. Калина Бланка или маги. What the fuck? Фу, сука, Хана, ёбана в рот, чё с тобой? Двигайся! Куда, блядь? Пересядь! Сюда, что ли? Нет, на мой член, блядь! Да! Я сяду за руль! Быстрее, быстрее, бля! Где ключи? Не кончил, надеюсь. Фу, блядь! Охренеть, во второй раз. Все, сейчас став отдам, с Кватом пообщаюсь, а ты меня подожди здесь. Не оставляй меня здесь одного. Кана, блядь, мозги не хавай, жди здесь. Блядь, ты же видел, что происходит со мной? Как же ты меня заебал за сегодня, Кана! Делай, что хочешь, блядь. Ах! Иди сюда, садись!
Сейчас мы с тобой повеселимся по-нормальному. Держи. И твои подружки тоже. Держи, ау! Держи. Короче, Алдик. Давай. Сразу. Что я думаю? Мы, знаешь, мелко мыслим. Надо расширяться нам, понимаешь? Расширяться. По-крупному. Давай. Где твоя подружка? Веселись уже. Держи. Так. Это Лейла. Лейлочка наша. Ляконь. Короче, это Алдик. Весели ее. Развлекай. Давай. Давай. Все нормально. Что там? Попал. Или Бали? А похуй. И в Лондоне не был. И в Париже. И вообще, сучонок. Путешественником хотел стать. Не получилось. Срослось, блядь. А я думал, ты... Пошел. Хотел доить тебя. На бабки. А ты вон какой алдиарчик оказался. Сучонок. Убийца. 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 Убийца! 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 А? 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 Хайда болды! Мен саған сағат 10-да үйде бол деп едім. Азыр қағы жүрсін. Қырғызға қағы жүрсін. Мен саған естіртемін, жұттан алас. Берген ұнда! Пап, не берсің мені? Шықылтай, берген! Пап, не берсің мені? Мам, скажи ему! Ты думаешь, мы с отцом не знаем, чем ты тут занимаешься? Жақында бер! Жақында деймін! Мам, пожалуйста! Мам! Берген! Мам, пожалуйста! Берген, қамылас! Мам! Кәсім, мен саған көресімді көрсетемін! Мен саған естіртемін, жұттан алас. Берген ұнда! Что
девчонок, тебе страшно, да? Правильно, мразь, бойся, нахуй. Ты думал, тебе всю жизнь вести будет? А нихуя. Тебя один хуй посадят, блядь. Это я тебе говорю. Понял? Один хуй посадят. Ты сам виноват. Как ты мог, сынок? Ты же опозорил всю нашу семью. Мам, мамочка, прости меня, пожалуйста. Ну чё, сучонок, да выёбываться, да? Да выёбываться! Ты же разбила сурмана, ебать! Шушка, спокойно надо было жить! Нихуя ты, блядь, из игрёвых баров, блядь! Нахуй, тебя, сука, будет поймать, не судить! Эй, кто у нас такой здесь голосистый? Эй, Алдик, ты что ли? Пьются! Эй, Алкаш! Алкаш! Кошмар. Братан! Братан! Джек, я лечу! Алдик, поехали! Сам садись, Хана. Заебал! Садись, я не могу, брат. Заебал! Брат, давай быстрее! Кия! Ебать! Рогатые автобусы, нахуй! Тихо, тихо, не пались, брат. Мне страшно, брат. Братан, кайфуй, ебать! Давай, здесь направо поедем. Кано, ты здесь? А? Ты здесь, брат? Братан, я везде! Братан, я везде, ебать! Ебать, тут вид лучше. Едем? Подожди. Я вижу всех, братан. Помедленнее, помедленнее, брат. Ебать, я вижу всех. Включи аварийку, хуй себе, брат. Вау. Братан, все под контролем. Ебать, я все контролирую. Ты забываешь поворотники включать. Братан, нахуй поворотники, я все вижу. Нас спалят, Канна. Кто нахуй? Менты. Братан, я царь в этом городе. Я, походу, словил bad trip. Мне страшно, брат. Будто я падаю. Я с тобой. Будто я с тобой, брат. Аккуратнее та машина. Бать, оранжевые нахуй шорты. Бать, оранжевые нахуй лето. Оранжевый ребенок. Оранжевый нахуй я, вот, бля. Зарви себе на носу, я с тобой не обзаменю, да? Я тебя пристрелю где-нибудь. Нормально. Я еще не спя. Так, ну авария, это то, что они куда-нибудь врежутся, было ожидаемо, конечно. Жесть. Серия очень страшная. Прям капец какая страшная. Не в том плане, то, что там скримеры какие-то, или ужастик, чудовище, труп. А просто показывают и передают вот весь вред и опасность наркотиков. Я смотрел прям и, блин. Изначально, вот опять же, серия началась с того, то, что им плохо. Они все-таки решили еще нюхнуть. Да, им там чуток полегчает, но на самом-то деле они снова под кайфом, и потом им снова будет фигово. Это очень страшно и очень опасно. Пожалуйста, ребят, не употребляйте никаких наркотиков. Желательно, даже если вы не будете курить травку. Это вообще все очень плохо. И все очень плохо может закончиться. Вот. Вождение вообще в наркотическом опьянении, как бы. Я не знаю даже, как они доехали вообще до леса. Сумасшедшие, сумасшедшие ребята. Я всю серию прям переживал за них. Серия крутая, очень крутая. Момент в лесу с Каной и в тачке, конечно, вообще поражал и смешил. Вот, но ему, походу, вот ему прям конкретно нельзя употреблять, нюхать и так далее, потому что Алдик-то еще вроде себя держит в руках,
А этому, походу, вообще, ну, нежелательно связываться со всем этим. Чуток там, типа, у него раньше было, но вроде он себя как-то держал в руках. А в этой серии что-то прям его конкретно понесло. Опять забыл. Куат, по-моему, его зовут. Лучше, блин, опасно с ним связываться. Зачем-то сунул то ли марку, то ли чё, ЛСДшка какая-то, спиды или чё это были. Ну, как будто ЛСД, не знаю. Я это сужу и то по клипу там Ace of Rocky, то, что у него там все красиво было. Ну тут, конечно, нет, нихуя не красиво, тут аж страшно было. Блин, круто, он вот совпало так, то, что и эти уже под кайфом как бы были. И он, типа, ничего и не говорил ему, никак не мог отказать. Девчонка, конечно, сказала, типа, развлекать будет, но что-то нифига не развлекала, просто рядом встала и все. Мне кажется, специально отвлекли его, типа, этой девушкой. Блин, ты не видел, что ли? Ты же вот прям смотришь в бокал. Что, ты не видел, что там что-то? А, сначала плохо было видно. Да. Очень мрачный момент. Особенно, когда Айдос появился. С ума сойти. Это вообще просто жуть. Очень круто. Вот этот реальный бэд-трип, и особенно этот убийца, с ума сойти, ужас просто какой-то. Родительский дом. Ой, вообще, я ждал просто, когда все это закончится, мне уже было просто невыносимо. Я хотел сам выбраться уже из этого всего. Блин, благо, слава богу, эта серия все-таки закончилась. Короче, кошмар не закончился, они поехали на тачке, куда, фиг знает, ну домой. Ну, камон, что-то мне кажется, у Каны проблемы пока будут. А может и нет, ну, не знаю. Посмотрим. Как вам серия? Ваши эмоции, чувства? Пишите в комментариях. Интересно знать, что вы чувствовали, когда все это смотрели. Как вам реакция? Тоже пишите в комментариях. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out.